Привет, друзья. Мне там в комменте спросили, у вас была, говорит, такая картина, так мне нравится, где мужчина и женщина. А я там написал, ну какая-то вот любовь у меня есть, где мужчина и женщина, поющие над вселенной, да, другие, какая. Она мне пишет, да. А я не помню, как называется. Ну, я тогда сказал, но я в следующих роликах покажу. Это же из мастерской Хосе Алиева. Ну, пожалуйста, это вот, например, «Поющие над Вселенной». Да, она знаковая картина, связанная с моей жизнью, когда я был в очень критическом состоянии, ну, на таком пике напряжения, ну, на таком пике напряжения, когда вдруг все разверзнулось. Я даже стих тогда написал. «Меня пронзила бесконечность, разумность жизни, беспредельность, которая в момент мой рваный, которая не должна вот проявляться и показываться, но пронизывает нити жизни, но в момент мой рваный проявилась, нарушая как бы свою этику, не должна проявляться, ну, чтобы меня спасти, чтобы я уцелел». И во мне потом, оставив вечный след, с чем я столкнулся? С собой или с космосом каким? Да, потому что она вдруг, это мироощущение, цельный мир какой-то там, бесконечность, безвременность, которая всегда рядом с нами, но не проявляется, это где-то лежит у нас глубоко в подсознании. Мира ощущения, как будто кроме нас еще есть нечто большее такое, бесконечное. Ну вот и вечно мне размышлять о том, оставь вечный след, мне вечно размышлять о том, с чем я столкнулся, с собой или с космосом каким, и понимать, что тайну не раскрыть и в диалог не дотянуться. Да, ну вот это называется «Поющие над Вселенной». В следующий раз покажу в другом каком-то ролике другую картину, где мужчина и женщина. А вы вот мне, которые коммент писали, пожалуйста, запомните это название. Вот эта картина называется «Поющие над Вселенной». Да.